Захват игры называется, это точно. Сейчас захват игры. Отдельное окно. Метро Exodus. Тихо. Да, нет, нет, все нормально сейчас. Вот сюда. Сейчас будем надеяться, что прокатит. Ну что, блядь, была не была, погнали. Так, ладно, сейчас... Так-то она запустилась. Теперь интересно... Ты будешь ссаться, играя в это? От чего? Теперь интересно, будет ли она лагать. Вот это важно. Что, проверяем? Читатель, ёб твою мать, легко. Нормально, нормально, у меня все нормально, нормально, нереально. Я еще помню. Вне стрима не хотел брать, я просто не успел, я только что ее скачал, вот только что перезакачал. Блять, ясно, да, уже что хуйня. Когда-то мы были другими. Уже, да? Мы жили там, наверху. Мы были хозяевами всей земли. Мы возводили огромные города из стекла и стали. Мы бороздили океан. У меня минималка вроде как стоит. Мы подчинили себе. 1 FPS, да? Нас было 7. Нет, говорят, норм. Нет, говорят, норм. Ладно, ждем. Ждем саму игру. Я был рожден, чтобы дышать свежим воздухом. И я это помню. Места для инвалидов. Я проходил первые две части. Ну, что я сказал? Что бы я сказал? Пострелял по фашистам или кто там? По кому там стреляют, я уже не помню. По какой-то хуйности из метро. В принципе, нормально. Как холодец, я не купил. 7 миллиардов сгинули в последней войне. О, господи. От них осталось всего 50 тысяч человек укрытых. Да, да, симулятор Суперсуса, бля, брат, привет, если что, на цене. Ой, ебать, я прочитаю попозже. Чуть попозже. Метро из игры метро, да. И наши внуки, или внуки наших внуков смогут вернуться. Это пол маршрутки? Именно. По крайней мере, мои названные братья, бойцы. Ой, ёб твою мать. В это верят. Что за 500 рублей? Ты чё, бредишь? Спасибо, я тебя люблю. Ну, сразу было не на что. Зачем? Но мы люди просто не умеем сдаваться. И не сдались. Тут у меня 500-600 FPS на выбор будет. Хотелось бы. Тихо! И не сдались, а собрались силами и попытались превратить метро в настоящий дом. Дом для нас всех. Блять, лор не упустите. Важный лор. Чтобы грустно было в конце. Тихо, не пиздите. Еще руки помыли? За стол сели, руки помыли? Надеюсь, да. Нам казалось, что все получится. Но... К сожалению, война не убила наших старых привычек. Блять, не успел прочитать огромное. Что там происходит? Во тьме туннелей. Что там было во сне? Разрастались как плесень. Я в чат смотрел. И когда с поверхности пришла беда, лишь немногие встали на ее пути. И с каждым днем их становилось все меньше. Не заметил. Бля, пацаны, перестаньте донатить. Вы что, припизнулись, что ли? Давайте без сисек, жоп. Я пришел стрелять по монстрам, блядь. Не по сиськам, жопам. Метро душное? Не знаю. Я купил эту игру специально, чтобы поиграть на стриме. Мне неинтересно. Под землей. Пусть меня считают идиотом. Это охуительно, да, блядь, это охуительно длинный поезд. Наверху, я должен его найти. Так. Между годами серого. Да, стрим у Дэна был странный. Надежды. Я выбираю надежду. Все, конец игры. Я должен поймать сигнал. Я тоже, давай попробуем.
Осторожно, в середине игры будут сиськи. Прям, блядь, в середине, прям огромный на весь экран. Ну все. В принципе, было неплохо. О, катсцена после игры. Так. На час 19 бан. Я так и понял. Смешно, что когда мы смотрели Горбатую гору, там на час 19 были голые сиськи, а забанили за голый хуй. Так. Самый популярный телефон в мире. Бля, надо будет все это прочитать, я проебываю. Че, пацаны, началось, да? Ой, ебать, я уже сам вижу, как началось. Что нахуй с ВПС? Алло, звонок другу, давай, кто там? Пожалуйста. Ну, 7, говорит. 20. Ну, это ужас, это, блядь, ужас, я уже вижу. У меня ФПС не видно. Я его не чувствую. Сейчас поиграем с настройками чуть. Трынь, блядь, с настройками сделаем. Так. Не видно нихуя, куда он спускается? Чем это надо? Ага. 4-3 поставить? Так. Ну, значит, пробуем. Находки, блядь. Звук, игра, видео. Разрешение. Уёб твою мать, блядь. Ну, если разрешение. Качество низкое. Ну, можно экстрим попробовать. Экстремально низкое. Ёб твою мать. Размытие. Я не думаю, что это сильно влияет. Хайрворкс выключить нахуй. У меня все выключено и так, пиздец. У меня все выключено, у меня ничего нету здесь. Я играю как самый настоящий плеб. Только если, блядь, это самое разрешение, пацаны. Скажите, пожалуйста, какое у вас максимальное разрешение на стриме? Есть такое? Какая-нибудь инфа по размытию? 720, да? Блядь, ну давайте я 720 себе поставлю. Один хуй вы не почувствуете разницы. Нету такого! А вот есть, все нормально. Один хуй вы не почувствуете разницу, а мне попроще будет жить. Что это? А, да, сейчас растяну чуть-чуть. Сейчас, секунду. Подожди, что я сделал, блядь? Как теперь? Сейчас, секунду. Так, пацаны? Оба! Ну нихуёво, смотрите, как я придумал. Ебать, голова! Нихуя не скажешь, голова! Возвращаемся. Блядь, я походу криво поставил. Ёб твою мать, блядь. Ещё секунду, пожалуйста. Так. Все здесь, сейчас сделаем. Размытие выключить? Ну, выключу, ладно. Если вам так не нравится. Так, это мы сюда вот так сделаем. Хотя я лучше просто сверну. Так-с. Сейчас все будет. Сейчас мы сделаем такую игру, вы охуеете. Ой, как будем играть. Мыло, блядь, идет. Сейчас сделаем. Да ты ебанутая. А, все ненормально, все нормально. Все нормально. Размытие. Низкое, хуевое размытие. О боже, что это? Ёб твою мать, блядь. Это Next Gen? Это мой компьютер? Помогите, блядь. Начнем с фонаря. И, блядь, я так давно не играл в игры. Я нихуя не вижу, что с этим, блядь, скелетом. Оно все мыльное или у меня глаза запотели. Проблема какая-то. Не дышите громко.
Сейчас, секунду. Да, чтобы атмосферненько было. Ну что, погнали? Мыло, а хули сделать? Я тоже не понимаю. Стоять нахуй на месте. На месте стоять. Чуть-чуть немножечко... Вот этой хуйни, как называется там. Сенсы повысить надо. Блять, мышь. Может быть лучше так. Блять, зажигалка на какую-то хуй пойми какую кнопку. Ёб твою мать, блять. Я надеюсь, это эффект такой, то, что я в противогазе. Я очень надеюсь. Я же в противогазе, правильно? Собираю всю хуйню быстро. Сменить на 11 DirectX. Где твой новый комп? Все, что у меня из нового компа, это плашка оперативы. На 4 гигабайта. Ну, блядь, пацаны, вы готовы ждать, что опять буду пока менять, нахуй, перезапускать, хуйню делать? Тут пауки ебаные. Ну, мне, в принципе, все равно. А что, сейчас ненормально? По-моему, хороший FPS или плохой? Сейчас противогаз сниму, вообще все здорово станет. Без противогаза будет еще и все видно. Ёбаный в рот, это что такое, блядь? Эта хуйня деньги отжимает. Орёт, бать, страшно. Это еще стреляет? А мне вот дадут самому попиздиться? Почему я только всякие, блядь, QTS-ки называю? Как там, тайм-ивенты, блядь, нажимаю? Сейчас чуть потише, мне заорало слишком. Так. 5-10 FPS? Блядь, пацаны, я не верю. Иди нахуй от меня. Слушай. Натурально нахуй иди. Вась, их здесь очень много. Я чё, блядь, в стелс-хоррор же играю? Не в стрелялку нормальную? Просто мимо. Просто мимо. Вы все заскриптованы. Я знаю, блядь, вы меня не тронете. Все, они исчезли, пацаны. Визуальная новелла. Патроны вообще не стоило тратить, я так и знал. Я все это знал. Спидран, да? Да ты сука, что это вообще? На дедов похожих хуёвых, подземных. Сколько можно? Алёша. Ладно, сейчас все будет. Держись, мужик! Прикрывайте! Вы увидите разницу, когда я сниму противогаз. Вы когда-нибудь ходили в противогазе? Я нет. Но я думаю, это имеет значение. Артём, какого хрена? Артём, ёб твою мать, блядь. А, Артём, Тёма, я видел. Артём, это Артём, пацаны, все спокойно. Так. Умоляю, разрешение побольше поставь. Сейчас противогаз. А, пацаны, противогаз сняли. Ну как вам? Хуёво, я даже, можете не отвечать. Заносите меня уже. Сейчас поставлю. Или что, прямо сейчас поставить? Ну, если вы не успокаиваетесь, давайте прямо сейчас и ставить. Ну, ясен хуй, ладно. Там еще попросили тогда сразу... Вот такое разрешение. Давайте сначала попробуем то, что сейчас есть, но на 11-м директе. Блять, погнали. Больше? Понял, больше. Где эта хуйня? Как туда, блять, листать-то? Как листать-то туда, блять, вот. Вот такое, да? Вот такое, точнее. Все, ну, погнали. Не слушай их, Максим, блядь. Но что сделать? Еще? Я еще не смогу. Ты посмотри, какое оно огромное. Я просто не выжму больше.
Окей. Блять, перезапускать. Пацаны, точно перезапускать? Ну нормально же вроде все. Вы уверены, что этот директ ебаный, блять, что-то зарешает сильно? Че там, опять все сорвалось, блять? Окно, блять, говорит, все хорошо, блять, натягивай. Вы мне хуй дадите поиграть? Ладно, ну надо же, блядь, как-то хотя бы в хорошем качестве играть. Давайте все-таки я перезапущу. 11 директ. Так, 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 сейчас перепроверю видео. Ага, ага, ну да, да, да. Сейчас перезапущу по-быстрому. Я хуею с этого компьютера, у меня даже игра, блядь, выключается, сука, несколько минут. И говорит, да все нормально, блядь, вот видишь, в чем проблема. Одним все нормально, нереально, другие мне орут, спамят про директ. Окно, блядь, растяни. Да растяну сейчас только, перезапущу еще раз, запускаем. Все. Запускаем, растягиваем окно обратно и погнали. Угу. Угу. Ну все, блядь. Сейчас в главное меню зайду, на главный экран. Растяну стрим. Другим нормально никогда не будет. Все, сейчас, если сейчас будет выносимый FPS, то будем играть на выносимом FPS. Спасибо, не надо мне дать. Хуйности. Так. Блять, разницы вообще не вижу никакой. Так, подожди, пацаны. Так нормально растянулось? Все нормально? Так лучше? Подожди, или нет? Не вообще какая-то хуйня. Это вообще какая-то хуйня. Стоп, что? А, все понял. Что я растягивал тогда? Очко себе, получается, растягивал. Вот так, все, погнали. Дергай, блядь, говорят, дергай. Все, надеюсь. Надеюсь на лучшее. Все, погнали, блядь, продолжить игру. Меня спасли, я Артем, если что. Если вы не забыли лор, я Артем, меня спасли. Когда год за годом в эфире лишь вой помех, белый шум и пустота. Как поверить, что мы не одни? Да, двое драк, два гига, именно так. Жена, братья по ордену, друзья, люди с моей родной станции. Никто мне не верит. Можно стянуть разрешение, но лучше ебало. Что эфир пуст. Что кроме нас, укрывшихся в московском метро, в последней войне не выжил никто. Понятно. Мы одни на этой планете. И в метро это знает каждый. Я понял, но это очень грустно. А, ебать, ну однажды, блядь, братан, я все пропустил. Я где? Меня уже спасали от тебя, крыса ебаная. Воровская. А только что спасали, блядь, игра не записалась. Ну похуй, пацаны, как там? Как там с ФБС? Пиздец мыло, я ничего не могу с этим поделать. Так. Да ты, ёб твою мать, забыл про второго деда. Это я, Артём. Это я, Тёма. Что-то поменялось? Я не знаю. Время в палатке. Дэн спать пошел. Никакой палатки не было. И рыбалки тоже. Ой, 360 градусов FPS. Мы вот сейчас блядь, ну тут типа видео
Размытие. Ну, типа, я хуй знает. Что тут можно сделать? Тесселяция. Звучит страшно. Не хочу тесселировать игру. Что тут можно сделать, чтобы не было мыла? Ебать, они мне... Пацаны, пообщайтесь со мной. А, все нормально. Все заебись, все, пацаны. Я верю тем, кто говорит, что все заебись. Купить комп? Нет, спасибо. Я не куплю компьютер. Я лучше буду всю жизнь смотреть хулиганов, чем покупать компьютер, чтобы поиграть в Metro Exodus. Нехуй делать. Играю же, говорят. Блять, видишь, какое прохождение? Играю. Не могу попасть, блять, ни в кого, видишь? Рук нету. Пацаны, да надо прочитаю на перерыве. Я их не вижу, блядь, отсюда. Надо было как-то... А, похуй. Артём, долбоёб, блядь, говорят. Сейчас мы тебе вольём свежей спартанской крови. Ух, погнали. Хорошее предложение. Так я понял, в чем замес. Значит, Артемка, Тёмыч, ёбнулся башкой и дышит, сука, страшным. Я испугался чуть-чуть. Вам не так громко? Мне очень громко. Купи плойку. Есть бюджетный комп от Vertex. Я узнаю у них. Доктор сказал, всё будет хорошо. Здорово. Ля, какая цаца. Кроля. Ты меня окончательно со свету жить решил. А что, если ты в следующий раз не вернешься? Тебя не ебет, баба. Пойми, это мужское дело. Там никого. Некого искать, не с кем говорить. Неужели ты думаешь, они бы за столько лет не объявились? Тебя не ебет, дай мне делать, а что я делаю. Блять, баба душит, блять, в начале игры. Че происходит? Наконец. Выжили только мы. Полковник. Это Тринити, говорят. Да, кстати, похоже на Тринити. Полковник, сука, на ходулях. Все, не успокоишься никак. Я не пойду в армию, пожалуйста. Я тебе уже говорил, о себе не думаешь, это ладно, твое дело. Хоть убейся из-за фантазий своих, но ты о ней думал, она же тебя, дурака, любит. Неплохо. Папа, не надо. Сцена секса присутствует? Стрините. Я тебя тогда понял, хотя после D6 людей жуть как. Она говорит, спидозная, кстати, откуда инфа? Но теперь завязывай с этими походами. Есть метро и точка. Больше никого. И метро нужно защищать, понял? Да, окей. Потому что если не мы, то кто? Окей. Окей, иди нахуй. А, ты, я вижу, уже в норме. Собирайся помаленьку. Как будешь готов, обсудим ваш переезд в полис. Защищать? Нихуя ты сторожевую собаку нашел. Пойдем, надо поговорить. В чем замут? Артем ёбнулся. Я сейчас ходит, разговаривает с поверхностью, я правильно понял? Что это было в последний раз, ладно? Да, ты чеши отсюда. Встала, подпрыгнула нахуй. Ясно, хуй так, говорят. Еще рано судить. Люди отдают вам свою кровь, которой может не хватить раненым, а вы постоянно приносите ее сверху радиоактивной. Это он кряхтит, я думал, это я кряхтил. Максимальный RTX. Скажу прямо, я, блядь, я лучше уже не буду ничего. Вытянуть еще раз, понимаете? Экспериментировать не буду. Ну что, погнали? В натуре, сука, посмотри на плитку. Или это... Либо это самая дешевая плитка, блядь, которая у них была, либо, блядь, я просто хуею со своего компьютера. На чем я играю? Я хотел виртуальную реальность, я хотел перерождение. Перерождение Артема в другом мире, блядь. Да ты нахуй выключишь ее или ты ёбнулся? Все, спасибо. Служба службы, но если они... Я хотел, чтобы все было. Чтобы все было четко. Нихуя четкого не получится. Блядь. Подожди, я что, тоже на ходулях, блядь? Что за звуки? А сколько, по-твоему, можно высидеть под землей? Да весь геймплей? Да окей. Вор. Нельзя, блядь, здесь нельзя воровать. Здесь все свои. Коммунисты.
АФХ-16 поставь. У меня его нет. У меня на столе мало места. Я не знаю, что это такое. Артём, здоров как бык. Но ты, брат, конечно, дал. Тёмыч, как ты... Евроремонт сделали. О, еб... Что там играет, слышишь? Артёмыч! Да ну нахуй. Там, блядь, что, 150, там сколько, 50 тысяч зэков сидит в метро этом? Ну, и зажигали города. Че за хуйня? Даю вам 2 часа на все про все. Братва, в натуре. Я думал, тут какие-то нормальные эти, блядь, задроты. Аукцион ебаный играет, в натуре пиздец. 10 тысяч зэков, самый худший мир, блядь, который можно, в котором можно переродиться. Хочу аниме, блядь. Переродился в мире с 10 тысячами зэков. Зэками, как правильно склонять? Я русский не очень знаю, что тут происходит. Блядь, это фильм или игра? Можно поиграть? Ну что? Опять тишина? Лично я, Артём, слышу... Игра сама по себе плохо выгружает даже на царских компах. Кстати, я слышал такую хуйню. О, блядь, Архангел Михаил, блядь, летает. Красавцы. Летают там, каркают. Родной, пойдем домой, а? Цветёка палки в колеса вставляет, не могу больше. Артём, думаешь, я бы не хотела жить где-нибудь на берегу океана или в лесу? Вообще не ебёт. Хулиганы, после того, как наиграемся. Молчи, ты извинился перед матерью за курицу? А, я еще с ней не виделся. По идее, должны завтра встретиться. Завтра извинюсь. Так, что там? Пора фильтры менять. Что там, блядь, фильтры менять? Это завуалированный секс? Ну, прошу прощения, плохая фильтр. Шутка. Иди мало нахуй. Т, точно. Спасибо большое за подсказочку. Жопа моя сахарная, блядь. Ух ты, ёб твою мать. Все, я могу, я сам себе, мне тёлка не указ. Охуеть, я разгон беру, блядь, дикий. Хэнкхок ебаный. Видишь, как город разрушен. Ничего не понятно, ничего видеть не могу, нормально, пиздец. Глаза болят, просто охуеть можно. Что в остальном мире творится? Ну ничего, хорошая песня, извинись. Песня-то хорошая, блядь, но она про зону, про зэков. Хочу их клитор лизать 2 часа вот этой тёлке. Ты уверен, что она моется? Подумай хорошо. Может, прям как дома, блядь, да, все те же пейзажи. Переедем в полис, а? Отец квартиру обещает. О, ебать. Мы, понятно, кто? Почему Тёма с этой тёлкой. Со своей кухней. И душем заебало в общаге. Так, давай, парни. Ну ладно, все, теперь ничего творишь? Не говорю. Осторожней. Выдержала, ладно. Ой. Что дальше? Самое худшее, пожалуй, позади. Кряхтит, блядь, где-то здесь, да. Пацаны, вам, кстати, слышно все? Квартиру, блядь, и у нее батя, сука, депутат. Квартиру нам подгонит. За такое можно и пизду полизать. Это я вам на будущее говорю. Ты че ебанулась? Не получается стрелять в него, че за хуйня? Вась, это не Call of Duty? Умри, животное, блядь, злое. Очень реалистично все. Я не могу стрелять, блядь. Как и ожидалось. На кухан аптечка. Мимо, все, сука, ноль дамаги. Игру погромче сейчас сделаем. Звук. Там-там. Дам-дам. Дам. Так. Так. Не хочу ее слушать даже. Бля, все думаю. Так быстро? Уже все выдышал? Блять, веди меня, дура! На кого ты меня оставила? Ты местная или я? Давай, куда идти? Я оглох, блядь, что, слишком громко, да? Скольких ты уже лизал за квартиру, братан? У меня своя личная теория, что мужчине...
в своей жизни выпадает шанс только один раз в жизни отлезать за квартиру. Но этот шанс может быть настолько призрачным и неуловимым, что ну просто можно не понять и проебать. Поэтому всегда настороже будьте. Если вам попадется тёлка, у которой батя депутат с квартирой, только этого нам и не хватало. Не вздумайте упустить момент. Ничья. Повезло нам, что твари ненавидят друг друга не меньше нас. Да, ясно. Не пойму, почему угу. Эта зона закрыта. Все понял. Пищать на минуте до конца фильтра. Фон обычный. Твари те же, что раз текстур до 16 увеличить? Стой. Стою. Вот стою. Ну что, устроим им ферматику? Сейчас в безопасном месте попробуем. Пока пробегут. Ждем. Ждем. Все, похоже, можно идти. Спасибо за инфу. Ах ты, сука, тупая, блядь. Я так и знал, что ты меня подставишь. Гнида! Фоторежим? Это мне нахуя еще надо? На какой хуй мне тут еще селфи делать? Ты идешь, животное? Спасибо, я уже все разобрался, позаботился. Так, четвертый выпуск хулиганов, у них неделя секса. Братан, мы этот выпуск просто минуем. Мы не будем смотреть неделю секса, мне этого нахуй не надо. Мне хватит, блядь, секунды секса, чтобы меня забанили. Для инсты фотокарточки, да-да. Давай через мост, чтобы железку не обходить. Давай. А то тут и так до метро далеко. Понимаю. Черт, высоко. Слушай, Артём. Подсади. Закинь меня наверх. Он шумит, сука, давай быстрее, давай быстрее. Ты аккуратнее, могут забанить. За что? Черт! За hate speech? Что я опять сказал не так? Давай ты. За что я, что я опять не так сказал? Держу. Блядь. А, ебать, я не бабу животным назвал, я назвал, блять, орёт она, я тоже ору. Я назвал животным определенного компьютерного персонажа. Это никому больше не относится. Четко состав увидели, водкой гружённый. Какая ёбаная фильтрация, ведь собака умственно отстала, сделанное хуёвщее разрешение, зато картинка как один сплошной пиксель. Хули сделать? Хули сделать? А, я уже давно говном дышу, да? Или только начал? Неважно, в общем, успел. Погнали, вон нам сигналят. Яндекс такси. Наверное, тоже за поездом гонятся. Артём, давай. Запрыгиваем. Да какой же я, сука, не из подручки. Давай быстрее. Все, я успел. Вась, ну я же говорил, нахуй, ты слышишь? Ты знаешь, как опасно в Краснодаре гулять с тёлкой? Особенно зимними вечерами. Вот, нахуй, учитесь. Всем пизды пришло. Разобрались бы сначала, уроды. Ой. Артём, слава богу. В инсту фоткать нехуй, братан. Ганзовцы, козлы. Козлы ебаные. Ну, в инсту фоткать нехуй просто-напросто. Ну ничего, отец им задаст. Дочка, а что у вас тут в Москве-то вашей происходит? Ебать, старая, ты тут. В Москве? Можно подумать, вы не отсюда. Так не местные мы. Деревня наша километров 200 отсюда. Какая деревня? Вы не из Москвы? Деревня как деревня. Пришли в Москву за отцом его. Он год как с мужиками сюда подался и ни слуха, ни духу. А тут нас схватили. Там что, есть жизнь? Идеальная картинка до того, как я полез в настройки, но какой был FPS, братан? Ты помнишь FPS? Скажи мне число FPS, когда был. Когда было нормальное разрешение. Там правда люди живут. Я решу, поверить или не поверить. Кубаноиды в натуре, блять. Они выжили, сука, в постапокалипсис. В грядках спрятались с капустой. Че за хуйня? Сколько лет они там живут? Этому Артему уже лет 45, блять. Они не знали, что 200 километров есть деревня в порядке такая. Два фуга. Я не поняла, вы же нас черти куда завели? Да забей ты нахуй, говорит. Противогаз их хоть верните. Разве это жизнь? Ну, блять, Супермен ебаный, Хэнкок. Тёма!
Собаку не трогай. Собаку не трогай, она не местная. Смотри, ебать он с кулака. На, в голову. Контрольный, сука. Все, бабушка. Бабушка, вставайте. Я вижу, ты губами шевелишь. Я вижу, она улыбается. Смотри, я вижу, бабка улыбается. Сука, не придуривайся. Чекайте. Она улыбится. Хуйня хуйней. Актеры купленные, пиздец. Хуёво они ему в голову стреляют. За собаку вообще не понял. Разве собаку можно, да, в нокаут отправить с кулака? Вот так вот. В глаз ей ебану. Все, спасибо. Пошли. На плохую концовку прошел. Бывает. Нету аптечек. Кто так стреляет в голову? Все, сука, на квиктайм ивентах, спасибо. Или что это такое? Ползем. Ты вообще в курсе, что это все постанова? Братан, не расстраивай меня, пожалуйста, пока я хотя бы играю. Пока я играю, не говори, что это все постанова. Все, аптечка есть. Четко сработано. Протереть. Ну, конечно, очень важно. Очень важный элемент игры. Вау, такой реализм. Вау. Еще раз протру. Вау, он в натуре это делает. Я как будто умер и воскрес в метро Exodus. Exodus. Погнали. Так. Да будем мы смотреть хулиганов. Дайте поиграть в игру. Не спорите, заебали, да, пацаны. Это в Москве было вчера, говорит, я не вру. Я очень надеюсь. Уже черти мертвые какие-то. На максимальных настройках, это сейчас STX. Спасибо большое. Я признателен, что вы цените, что я делаю. Чем я занимаюсь, блядь. Пацаны, в натуре, бля, чё-то я хуй, не слышит, не понимает, эй, тихо, слышит, зашел? Слышит, понимает, блядь, только не говорите, что я теперь на плохую концовку прохожу. Внимание, включение поворотного круга. На самом деле, возможно, разрешение надо увеличить, потому что я не понимаю, я не различаю, это во мне проблема? Я не различаю, что происходит. Я не понимаю, на что я смотрю. Ну ладно, сейчас посмотрим. Может быть, привыкну. Ты пришел сюда играть или ныть? Тебе не нравится? Так. Да, с новой серией хулиганов заморочились. Угу. Если не заткнешься, отправишься в котлован. Там, говорит, ключ лежал. Выйдешь, значит, одумался. И что, больше. Если его не взял, значит, он мне не нужен. Не-не-не, Twitch диджей не буду. Как же так? Что же поделать? Дед не понимает. Помогай, сука, старый. Ты че, ебанулся?